Это утро было наполнено трепетом и радостью. Православный мир сегодня празднует крещение. Очень такой прекрасный праздник, и я люблю вот этот праздник, и люблю, когда вот верю просто в Бога, и хочу, чтобы всех все было хорошо и празднично. В прорубь не окуналась, ну, потому что как-то боюсь. К этому ритуалу заранее готовился, как морально, так и физически. Спорт, легкая атлетика, как-то в тонусе себя хотя бы организм держал. Сегодня тянулись тысячи горожан. Для одних это способ испытать веру, для других – оздоровиться. Излечил от всех болезней, вот именно эта вода. С тех пор, когда я стал окунаться в эту пробу, стал плавать в ледяной воде, я перестал болеть практически. Как себя чувствуете? Вот так, вот здорово. Уже 25 лет я ныряю, так что все хорошо. Это не то, чтобы близко к религии, я думаю, это ближе к традициям нашим. Но это все равно, вот видите, воду освещают. И православные придут, кто-то из-за того, что он верующий, ну, окунуться в прорубь, кто-то приобщится просто к такому приятному, веселому, здоровому мероприятию. А в магию воды вы не верите? Ну, я верю в святую воду, а что, в магию нет. Освященной обь стала только на один день. До следующего испытания себя год. Но моржевать для здоровья никто не запрещает. Главное – соблюдать меры безопасности и выбирать только специально обустроенные места для купания. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.